день, дорогие зрители First Art Channel. Меня зовут Гайканов Александр. И сегодня я представлю для вас виртуальный тур по выставке «Инновации 2016». Здесь, в Государственном центре современного искусства, «Инновации», дом 14, представлено около 19 проектов, которые были отобраны из 371 заявки по 4 номинациям. Кураторский проект, инновационный проект, критика искусства, инновация и местопознание. И сегодня я покажу вам, что же скрывается в этих стенах. Итак, на этом выставке представлен кураторский проект под руководством Анны Жубы. Здесь мы видим фотографии и заметки, которые посвящены вопросам взаимопроникновения культуры Востока и Запада, поскольку глубокое понимание этих культур позволяет нам по-новому ощутить себя в современном мире и ощутить, что же такое другое. На этом стенде мы видим уникальный проект, который является собой блок поисков художников о том, что же такое пространство и как меняется наше отношение к нему. Мы знаем, новое отношение к пространству и радикальный пересмотр его объемов и масштабов произошло тогда, когда первый человек полетел в космос. Поэтому эти стенды являются глубокими междисциплинарными исследованиями на стыке искусства, философии и науки. Сейчас мы приближаемся к самой главной истине. Все мои тапочки. Мы познакомимся с вами с бунтаркой Чайкой по имени Стас. Эта Чайка говорит иногда всякие непристойности, но это не просто так. Весь смысл этой Чайки заключен в том, что она побуждает нас задуматься о том, что же такое свободный дух времени. Мы знаем о том, что долгое время... Ага, сейчас разбежался! Искусство соцреализма было заковано в жесткие рамки, контролировал со стороны государства и цензуры. Но позже оно было вытеснено творчеством свободных художников, которые по-настоящему сумели выявлять и показывать свои желания. Давайте еще немножко послушаем, что же нам скажет Чайка Стас. Чайка Стас отказывается говорить. Но мы подождем еще немного. А пока я попрошу нашего оператора представить, какие же уникальные и интересные скульптуры здесь представлены. Что там вынюхиваешь? Чайка Стас гордо предупреждает нас о том, что не надо этого делать, но тем не менее мы все равно поделимся. Здесь мы можем видеть ни человека-кентавра, ни человека-ладонь. Ноптель-моптель! Интересных попугаев-футболистов. Все это представляет нам современное искусство в новом свете. Хотела бы вам напомнить, что выставка, которая сейчас трансляцию, является уникальной в своем роде. И все представленные экспонаты здесь получили высокие оценки от российских и международных экспертов в области искусства. Что еще я вам хочу сказать напоследок? Здесь расположено еще несколько залов, в которых можно посмотреть интересные видео, инсталляции, а также посмотреть различные скульптуры. Сейчас мы с вами пойдем в один зал, где можно было наблюдать за одной интересной видеоинсталляцией. Пойдем! Здесь, в атмосфере полной тишины, под звуки воды, которым плещутся люди в бассейне, можно по-новому, опять же, ощутить пространство, потому что вопросы глокального, вопросы глобализации, вопросы изменения пространства и ощущений, которые мы можем испытывать в пространстве, одни из главных вопросов – это выставка. Которую я вам тоже покажу. Пойдемте. Yeah.
Волгинская Волга, будь то река или машина, обязательно вмещает в себя необъятное. Если человек усердно пытается усесться в эту машину, автор доказывает, что невозможное возможно. Тарсарчану и я, Калькану Александра, желаем и вам новых открытий, и чтобы всегда невозможное становилось для вас возможным. До скорой встречи!